покажу еще, что нашла здесь в кладовочке. Это, конечно, вещь мне не принадлежит, я ее просто вам покажу. Это прялка. Прялка 67-го года. Честно говоря, я думала, она будет старше, но год здесь указан. Анна Леоволк. Вот такая вот интересная. Я не могу сказать, рабочего на состоянии или нет, но смотреть нужно. Интересно, конечно. Я, конечно, никогда не пряла. Честно говоря, даже не видела, как это в действительности происходит. Что на что наматывается. Ну, интересно, она очень яркая такая. Вот. Именно норвежский стиль. Окрашенная. Такая прикольная. Все, показала вам и понесла в чулан обратно. А еще в этой кладовочке я нашла вот такой вот диплом. Диплом. Я, конечно, не владею норвежским, но несколько слов, конечно, я могу разобрать. Это Сюнморе Зюнгерлаг. Я так понимаю, что Зюнгер это певец. И явно какой-то фестиваль, летний фестиваль песен. Возможно, я ошибаюсь. Скипа 1900. И это диплом сердечной благодарностью 30-летия, я так понимаю, певческой деятельности. Такой интересный, конечно. Такой вот. Покажу вам. Я вам покажу и все обратно в кладовочку сложу. Ну, интересно же. Просто эти вещи уже не принадлежат хозяину, который здесь жил. Его, к сожалению, уже нет. Нет на этом свете. Поэтому это как память. А рисунок сделан тушью. Типично норвежский пейзаж. Вот такие богатства живут в нашей кладовочке. Может, не богатство, но все равно это старые вещи, вещи с историей. А история это всегда интересно. Всем приятного просмотра. Надеюсь, понравилось.